Я вас силой заставлю выйти с данного заведения. Кого? Ну ладно. Или оплачиваете, или вы выйдете отсюда. Да забей чё, иди, иди. А да? Славочку делаем. Стой, чел. Беги, чел, беги. Беги, 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 чел, беги. Зачем вы это говорите? Стареешь. Ну все, он вышел. А такое бывает. Через люди. Дружини нас. Каналочку делай. Дружини. Едь соседи на самом. Не обязан. Беги, чел, беги, 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 беги. Остановочку делаем. Чел, убегай, убегай. Что вы имеете право кричать на все заведение, убегай. А где я кричу? Вы я кричите? Вас сейчас задержу за то, что вы получается мешаете. Да? А какая да. статья? 16.3.2, 16.18. Какая? Вы не являетесь госслужащим, поэтому я вам как-то не особо мешаю. Поэтому, собственно... Оснований задержания нету. Собственно, вы задержаны. О, ну вызывайте полицию. Ой, ну ладно, спасибо. Ой, блядь. Да, ну вызывайте полицию. Чё, разбираться? Ну да, хорошо. Остановочку сделаем. Зачем я хочу походить? А на каком основании меня задержали? Миранду мне все там читает, что там надо. Гражданское сейчас? Задержание, да, или что? Ну да. Что, сейчас, сейчас, давай. Бейджик покажи мне. Вот так тебе. Да я, ты что-то спиной сидишь, стоишь, я не вижу. У тебя Secure Serf написано. Ну какой-то. Ладно. А, ну складно. 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 Так что происходит, Алла? Вас взяли. А что случилось? Да я не знаю, беспредел какой-то. Не подчинение, а вы являетесь госсотрудником, что я не подчиняюсь? Возможно. Возможно, предъявляйте соответствующий документ. Возможно. Возможно? Да что, догадки да. какие-то? Предъявляйте документ. Друзья. Документ предъявляйте. Доброе утро. Вы спите. Алло, бейджик, документ, не знаю, удостоверение. Сейчас дверь и получается. Все пристегнули уровень безопасности. Довези меня, кстати, до этих метки. Неплохо. Неплохо, согласен. Ой, блядь. Сейчас бы вспомнить, как метку передать, скинул. А на каком основании? На таком. На каком, на таком? Ну вот на таком. На, то есть, ну так по приколу чисто, да? Возможно, по приколу. Возможно, ну ладно. Возможно. Сейчас будем разбираться. Будем разбираться. Если вы мне не понравитесь, я вам сажу в голову. Скажу патрон. О, это что, угрозы? Поехали в КПЗ. Возможно. Да какой, возможно, это прямая угроза, алло. Ебальничек, завалите пока что. О, ну да. Да, 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 да. Ну, ебальничек на ноль. Круто. Очень. Неплохо. Да. Чё, может? Так КПЗ вроде в другой стороне. Мне кажется, вам покажется. Мне да не, я отлично знаю город. Да нет. Да я что нет-то. Да, ну ладно, сколько вы живете, кстати? 28 лет. Да, ну ладно. Да. Куда вы меня везете? Ну сейчас, вот знаете, это КПЗ новое. А, да не, нету такого, я читаю законы. Да есть такое, а я читаю. Да не, нет, это знаю, что, клевета? Нифига. Ой, везёте меня куда-то. Да нихуя подобного, куда-то. Блядь. Ну-ну. Ага. Прикольно, прикольно. Сейчас будем копать тебе могилу. Точнее, ты да? это будешь делать. Да? Да. Копать будешь себе могилу, прикинь. Прикольно. Прикольно, очень мне тоже нравится. Чело, ты понимаешь? Я сейчас просто, пойду куда надо, понимаешь, да? Мне все равно, может. Так это вы меня что, похитили? Ну, получается, что так. О, так чел, теперь ты как бы улетаешь. Ну ладно. Ни мешка, ничего, взял меня, похитил. Ну все, давай, улетай. Ладно.